Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня мы хотим поздравить вас с Всемирным днем ребенка. К этому чудесному событию нашей библиотекой была подготовлена эта видеошпаргалка по литературе, которая поможет вашему ребенку полноценно развиваться с первых дней жизни. Папам и мамам самых наших юных читателей мы хотим предложить обратить внимание на широкий выбор книг по развитию с ранних лет жизни. Ведь, как известно, именно первые годы жизни малыша имеют фундаментальное значение в его формировании в целом. Так, например, книга Софи Дюмате «Массаж для самых маленьких» красочно и наглядно объяснит не только правила массажа для новорожденных или для деток постарше, но и ознакомит родителей не только с правилами прикосновения и переноса, а также с особенностями и возможными опасностями, которые могут ожидать близких ребенка. Раннее развитие начинается не только с отработки мелкой и крупной моторики, но и формирования сознания, пробуждения фантазий и образного мышления. Малыш еще не понимает смысл слов, зато уже очень хорошо чувствует ритм, темп и даже громкость голоса. Именно поэтому мы смело можем порекомендовать вам диск с русскими народными потешками, сказками и колыбельной, которые помогут малышу не только быстрее заговорить, но и развить его память, фантазию и эмоциональное мироощущение. Лучшим другом для каждого малыша может стать книжка-игрушка. Это широкий выбор книг со звуковым, световым и другим дополнением, которые могут сделать чтение увлекательной игрой. Одной из таких книг в нашей библиотеке является книжка-театр «Репка». Помимо классического прочтения, ее можно послушать и даже создать собственную театральную постановку, используя детали, идущие в наборе. Музыкально-игровой способ обучения предлагает нам диск «Музыкальный букварь», содержащий 33 песенки, которые подскажут малышу, как слепить из пластилиновых палочек буквы, а песенки-упражнения помогут ему научиться читать по слогам. Игровой способ знакомства детей с буквами и обучения чтению способствует развитию мелкой моторики и формированию речи. Всестороннее развитие малыша может обеспечить книга «Английский с 2 лет в картинках». Открытый для знаний малыш легко освоит свои первые иностранные слова. А яркие картинки и несложные задания, идущие в этой книге, помогут сделать обучение интересным и увлекательным. Деткам, которые только осваивают рельефно-точечный шрифт, мы хотим предложить для изучения цифр и обучения счету книгу в 2 альбомах под названием «Учимся считать». Альбом содержит крупные красочные тактильные фигуры и цифры, которые комфортно помогут малышу изучать счет, цвета, формы и даже решать простые арифметические задачи. А методическое пособие с одноименным названием позволит зрячим и слабовидящим родителям легко обучать своих детей. Для раннего и совместного чтения фонды библиотеки содержат огромное количество книг для малышей. Особенностью данных книг является рельефно-точечный шрифт, дополненный плоскопечатным текстом, который поможет, например, незрячим родителям читать для зрячих детей, а впоследствии и легко контролировать читаемый ими текст. Данное сочетание шрифтов позволяет и зрячим родителям комфортно обучать слабовидящего ребенка. Среди таких книг предлагаем вам репродуцированное произведение Агнии Барто «Игрушки». Это ряд стихотворений, сопровождаемые тактильными иллюстрациями. Тактильные рисунки также содержатся в произведении Виталия Бианки «Чей нос лучше». Небольшой текст рассказа сопровождается изображениями разных птиц. А в изучении природных явлений поспособствует книга «Времена года», содержащая стихи и загадки. Предложенные и многие другие произведения вы сможете найти на полках нашей библиотеки. Каждая книга поможет вам отслеживать успехи вашего чада и найти ответы на интересующие вопросы. До новых встреч, дорогие читатели!